как вы себе представляете учебу в лесу? Стрельба из лука, маневры на горных велосипедах, барбекю. Ну, смелее предлагайте, в любом случае вы ни в коем случае не ошибетесь. Ведь всего в 35 километрах от Барселоны, у подножья природного парка Монсеньи, а еще по совместительству биосферного заповедника ЮНЕСКО, расположилась испанская школа, представьте себе, в распоряжении которой 4 гектара леса. Это не только идеальное место для учебы и жизни, но и для занятия спортом на открытом воздухе, а также для различных кемпингов. Близость города Барселоны позволяет ученикам наслаждаться его огромным культурным наследием. А близость к побережью Маресме порадует любителей парусного спорта, серфинга, каякинга, дайвинга и любых других водных видов спорта. Вам уже наверняка не терпится узнать, а что это за райская школа такая? Очевидно, да. Для этого, собственно, и существует StudyTube. Не буду вас долго томить в ожидании и познакомлю с SEK Catalonia International School. Рейтинг этой международной школы, кстати говоря, соответствует пейзажу. Взять хотя бы средний балл 36 из 45 возможных по программе IB. 96% детей успешно сдают экзамены и поступают в престижные университеты страны, а также за рубеж. Хотелось бы также. Разумеется, профессор. Тогда добро пожаловать в Мариаде. Мои коллеги отвечают на любые вопросы, сопряженные с зарубежным образованием, на бесплатных консультациях. И школы помогают подбирать только лучшие, причем по всему миру. В том числе и по финансовому аспекту. Все, что вам нужно сделать, это оставить заявку по ссылочке в описании, и мои коллеги с вами обязательно свяжутся. SEK Catalonia International School, основанная в 1995 году, является частной трехязычной школой. Это английский, каталонский и испанский. Она находится в жилом комплексе Els Tremolins, La Garriga, Барселона. Школа входит в состав SEK Education Group, между прочим, образовательной компании с более чем 130-летним стажем. Поэтому у героя этого выпуска 840 учеников и полный цикл обучения с 3 до 18 лет. Между прочим, это единственное учебное заведение в Испании, а точнее в Каталонии, с аккредитацией сразу по 3 программам Международной организации бакалавриата. То есть здесь вы сразу можете учиться по программе начальной школы международного бакалавриата, это PYP, программе средних лет MYP и программе получения диплома, DP. Причем все это наряду с испанской национальной. Да, поистине международная школа. В этой каталонской международной школе на английском проводится более 70% уроков. Но, конечно, мальчики и девочки будут продолжать изучать испанский и каталонский языки. При этом у них будет возможность изучения еще одного языка, четвертого, и это может быть французский или немецкий. Как я уже отметил, данная международная школа предлагает программу International Baccalaureate, сопряженную с национальной. Поэтому при выпуске дети могут выбрать не только IBDP, но и бакалавриата. Это открывает двери большинства вузов как Европы, так и всего мира. Круто. Каталонская международная школа уважает своих подопечных. Здесь стараются пробудить способности и гарантировать, что дети полностью реализуют свой потенциал. Вера в дух свободы и самостоятельность учеников. Уважение к личным культурным ценностям, общение наравне преподавателей и учеников. Без всего этого SEK Catalonia International School просто-напросто не могла бы существовать с точки зрения амбиций и соперничества. SEK Catalonia International School открыта миру и эпохе, в которой мы живем. Готова для инноваций в области качества образования и для международных соглашений с организациями, которые разделяют ее стремление к созданию более культурного общества и улучшения мира в целом. Все это, естественно, не только на словах. На кампусе этой международной школы есть все, что необходимо для качественного учебного процесса. От научных лабораторий, концертной студии, балетного зала и библиотеки до зала для карате, крытого бассейна с климат-контролем и игровыми площадками. Внеклассные занятия и спорт состоят из 20 различных клубов. Театр, живопись, музыка, кинематограф, робототехника. И 12 спортивных секций — это футбол, баскетбол, верховая езда, плавание, гольф, теннис, горный велосипед и боевые искусства. Ну а теперь ответьте мне, а где учитесь вы? В младших классах все студенты должны изучать музыку. Так что на ухо здесь медведь точно никому не наступает. Музыкальная часть в SEK Catalonia International School входит в состав консерватории Барселоны. В старших классах уроки музыки не обязательны, но всегда по желанию ребята могут продолжить получать музыкальное образование по программе Trinity College London, после этого сдать экзамены и получить крутые дипломы. А еще, между прочим, данное учебное заведение является членом Международной театральной школьной ассоциации ИСТА. Не путать с ИНСТА. Умница.
Конечно, наряду со всем этим у детей есть уникальная возможность совместить приятное с полезным. Иностранная школа без десятков клубов по интересам и различных занятий все равно, что хлеб без масла. А все почему? А потому что SAK Catalonia International School — это школа-пансион, где дети могут жить по будням или вообще еженедельно. Интересно, что в резиденциях мальчики живут по двое-трое на комнату, в то время как девочки — по двое. Ну, оно и правильно, прекрасной половине повышенный комфорт необходим. Но вы не переживайте, зато заботятся обо всех одинаково. Ведь один из главных плюсов пансиона — это огромное количество персонала, к которым можно обратиться по любому вопросу, знаете, даже по поводу домашки. Причем в данной школе Испании это точно работает как и задумано, ведь все бытовые вопросы решаются на раз-два. На территории домов есть прачечные. Полный пансион означает полноценное питание, то есть 4 раза в день, включая полдник. И школьные автобусы с сопровождающими до Барселоны, если вдруг захотелось покутить и пошопиться. Это не школа, это рай! Впрочем, на этом жизнь в этой удивительной школе-пансионе только начинается. Культурно-развлекательные мероприятия строго по насыщенному расписанию. Походы в кино, театр, музей, маршруты для знакомства с Барселоной и другими городами, различные спортивные мероприятия. Организация тематических дней в пансионе — это жизнь. И все же говорить о международной школе Каталонии SAK хочется все больше и больше, но на это попросту не хватит времени. У школы есть центр Learning Adventures. Он состоит из SAK Les Alpes, расположенных, как вы понимаете, во французских горах, и парусника Cervantes Saavedra, пришвартованного в Средиземном море. Сочетание гор и моря создает новую, уникальную учебную среду. Мероприятия тщательно разработаны для повышения осведомленности и действий в отношении целей устойчивого развития ООН. Ну, разве это не звучит круто? Да, я знаю, что круто. Неудивительно. И если после просмотра этого ролика вы задумались об учебе в Испании, это уже хорошее начало. Как минимум для размышлений, как максимум для активных действий. Мы в Мариаде помогаем выбрать учебные заведения не только в Испании, но и по всему миру. И делаем это совершенно бесплатно. Это значит, что если у вас есть даже самый малюсенький вопрос, ну, например, о стоимости SAK Catalonia International School, смело задавайте. Оставляйте заявку по ссылке в описании, и мои коллеги с вами обязательно свяжутся и расскажут вам все во всех подробностях. Что ж, ну а мне пора завершать свой монолог об этой прекрасной международной школе. Огромное спасибо, что уделили время, обязательно ставьте лайк, и если что, мы здесь общаемся о мировом, а не только испанском образовании. До скорого, пока!